В Чувашии стартовал 20-й международный балетный фестиваль. В течение 6 дней чебоксарцы смогут посмотреть на сцене театра оперы и балета постановки Московского и Марийского театров, увидеть выступления звезд мирового балета. Открылся фестиваль новой версии «Спящие красавицы». Балетный фестиваль всегда собирает много зрителей. Ценители искусства торопятся на встречу с любимыми артистами, мечтают открыть для себя новые имена. В общем-то, много-много лет посещаю все балетные фестивали в городе. Вот, спасибо, конечно, что есть абонементы на эти фестивали, благодаря которым ходишь на все постановки, не пропуская, конечно, ни одной. Все премьеры. Поэтому такой праздник. Идея любого фестиваля, хоть оперного, хоть балетного, заключается в том, что наши артисты местные работали бы на сцене или пели, или танцевали с выдающимися мастерами и тем самым повышали свой профессиональный уровень. Это главная задача и главный смысл этих фестивалей. Ну и, конечно же, для зрителей интересно смотреть на артистов других театров, других городов. «Спящая красавица» – премьера нашего, Чувашского государственного театра оперы и балета. Постановщик – дипломант международных конкурсов Даниил Салимбаев. С первых минут поражает все – хореография, декорации, костюмы. Апреля наши артисты уступят сцену коллегам из Марийской Республики. Нас ждет балет «Мастер и Маргарита». 2 апреля будут выступать москвичи. Их балет по сказкам Оскара Дуальда называется «Соловей и Роза». А гала-концерт звезд мирового балета состоится 3 апреля. Мария Шоклева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика.